Сейчас мне пришлось обтачивать будущий стол. Ну вот и пришлось придумывать вот эту приспособу. Не могу, к примеру, если вам трудно достать, вот в такое место, если трудно достать. Вот, к примеру, я наварил, просто чтобы показать, как можно полегче сюда добраться. То есть, как бы болгаркой никак. Туда, ну, никак. Не залезешь. 125-й диск. Ну, я придумал, сделал как бы из использованных дисков, из маленьких, 125-х. Для дрели насадку вот такую. Ничего страшного, что она улетела. Это надо просто посматривать. Ну, в принципе, видите, что все сточилось. На ухналь. А вот этой штукой, ну, никак туда не залезть. Не так, не так, не так. На самом деле эта приспособа у меня совсем простая, как и все, что у меня получается, в принципе. Вот она из чего состоит. Это шпилька, восьмерка, ну, анкерный болт, что в стену мы забиваем, ну, там что-то крепим. Немножко увеличенная шайба восьмерка, поменьше шайба восьмерка из старых там. Еще меньше шайба. Вот такая тоже шайба. В общем, восьмерки все шайбы. И она вот как раз тут по диаметру подходит. Вот центрирует этот огрызок диска, будто бы так. Сверху еще одна шайба увеличенная. И гаечка. Затянули ключиком ее. Все, она там само подточится будет, как надо. Ну, дрельку вставили. Что-то не вставляется. Ставится. Затянули. Вот только посмотрите, чтобы она не открутилась. Включаете и пошел точить. Нажали кнопочку. Точим. Ну, в принципе, везде можно подлезть. Ну, почти что везде.
Естественно, камень можно еще меньше, чтобы вообще можно залезть. Тут все равно за место этого как гравер там у меня, к примеру, есть, но он такой слабомощный, что такую вещь он не потянет. А такая обрезочек, все равно у нас их миллионы дома валяются, выкидываем мусор. Очень пригождается. Ничего сложного. Может, кому-то будет полезно.